Так, друзья, наступило утро, точнее уже день, и мы покидаем этот отель. Сейчас покажу вам его так в трех секундах, скажем так. Вот, всю ночь вот это место шумит и сходит с ума, поэтому ночью бывает здесь очень шумно. Вот, ну так, в принципе, как бы все нормально по большому счету. Вот. Этот номер у нас стоил 31 евро. И на самом деле мы его как бы поменяли, потому что интернета не было. Тот, на самом деле, который 31 евро стоил, он был чуть поменьше. Так, сейчас, секундочку, надо кое-что положить сюда. Все, рюкзак готов. Также здесь квас такой очень холодный. Видите? И все. Как говорится, спасибо этому дому. Пойдем к другому. Такой день. На улице, конечно, очень-очень жарко. Сразу говорю, там ужасно просто жарко. Сразу говорю, как будто бы я сейчас выйду, и вы тоже это ощутите. То есть реально жарко будет. Но мы будем двигаться вперед. И сегодня мы едем в другой город, который называется Пафос. Будем пафосничать в этом в пафосном городе. Так, открывается, кажется, на эту сторону. Несмотря на то, что зашли мы с этой стороны. Да, все верно. Вот, будем пафосничать, одним словом. Ту-ру-ру-ру-ту, 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 ту-ру-ту-ру-ру. Клетку они, видите, убрали. Не знаю, улетел птенчик. Я там одного птенчика освобождал. Ну что, готово? Вперед тогда. Так, нам сейчас надо на автобус. Доехать до центра и там пересесть. Доехать до центра и там пересесть уже на междугородний автобус. Такая задача. Так, друзья, буду я пока выключаться. Смотрите Анзор ТВ. Наступил новый день. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.